Вера Афанасьевна Караулова недавно перенесла тяжелую операцию. Теперь нужна реабилитация в специализированном санатории. Но ей сказали, надо подождать, путевок нет. Устав от ожиданий, женщина решила действовать. Услышала о приеме граждан в местном отделении партии «Единая Россия» и пришла по записи. Сильно, Валерьевич, хотелось бы на старости хоть бы полечиться, отдохнуть. Всю жизнь не работала, работала. Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Всеволод Власевич обещал помочь. Кстати, оценить, насколько оперативно решается вопрос, все обратившиеся могут в режиме онлайн. Трансляция, например, сегодняшнего мероприятия ведется в социальных сетях, в Твиттере. И там каждый из тех, кто к нам приходит, может посмотреть исполняемость того или иного своего, так, поручения. Жалобы, просьбы и обращения принимали от всех желающих. Всего за 12 часов работы в партийные общественные приемные района обратилось 107 человек. Больше всего граждан интересовали вопросы промышленности, строительства, транспорта и связи, здравоохранения и предоставления жилищно-коммунальных услуг. В нашем отделении прием ведется как мной, так и депутатами-единороссами. Кроме этого, будет вестись прием со стороны главы города Солнечногорска. Потом нас посетит председатель районного совета депутатов. И, скажем так, в завершении это будет встречаться с жителями. Это первый заместитель председателя Московской областной думы Юдаков Сергей Викторович. Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» надеется, что проведение подобных встреч 1 декабря станет доброй партийной традицией. Традицией встречать день рождения конкретными делами. Я хотел бы поздравить наших коллег-однопартийцев, пожелать им здоровья, успехов. И главное, открытости и неравнодушия тем, кто нас избрал и кто в нас поверил. С днем рождения. Татьяна Бауэр, Владимир Киселев, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время».